На мостовом переходе через реку Осина в Михайловском районе завершились работы. Мост связывает трассу Осиновка-Рудная пристань. Филиал мостостроительный «Примавтодор» сделал основные этапы работ. Теперь стоит задача разобрать временные объекты и благоустроить пространство. Пустили движение по мостовому переходу через реку Осиновка. На данном объекте предстоит еще выполнить очень много работы. То есть это разборка с объездного моста, разборка объездной дороги, также устройство подходов, это земляные работы, асфальтобетонное покрытие, также устройство различного благоустройства, то есть это и остановки, и тротуары, и бордюрное ограждение. В этом году только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Приморье будет отремонтировано более 80 километров краевых дорог и 15 мостовых сооружений. Также до конца года будет открыто движение по мостам через реки Партизанская и Петровка. Анна Дьякова, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.